Здравия желаю. Ну что, еще раз проверим. А то предъявляют там что-то. Да и для себя. Проверим еще раз модель. Я показывал раз пять. Что первый раз еще показываю. Так. Внутренность. Значит. На 300 ватт движок, 15 тысяч оборотов. Этот движок на 50 ватт выходной, магнитный, с постоянными магнитами. Видите, как отличить магнитный с постоянными магнитами и без движок? Вот так берете, видите? Клеится отвертка, а здесь нет, здесь ничего не клеится, здесь надо возбуждать. Изготовлен на подложке, на деревянной, но когда будет готовый образец, то вот это вот приспособим ящик, наверное, вот ящик, да, наверное, нормально будет, вот размер. Вот это внутри все будет стоять. Так. Туда же войдет инвертор. Еще инвертор надо докупить небольшой. Вот. И на выход еще докупим. Преобразователь. На 16. Вот должен подойти. То есть никак не дождусь. Но сейчас пока нету запчастей, вот жду с Китая. Ну и рептилоиды это самое предъявляют, и я перепроверяю. Давайте еще раз перепроверим. Перепроверка. Закрываем. Запускаем на 1 к 10. Пускаем на 1 к 10. Запускаем на 1 к 10. На проверку лампочка вот. 102 ватта. При 12 вольтах. Вот эти лампочки, галогенки, чтобы разговора не было, они точно показывают, даже по напряжению все это замеряется. Хотя понятно, что, как я вчера и показывал ролик, что это все это вранье. То есть это все в сравнении. Поэтому окончательный результат будет. Система, то есть, готова. Ждем, значит, запчасти из Китая. Еще раз проверим, а потом уже соберем с запчастями. Так. Запускаем 1 к 10. Включаем, значит, счетчик по сбору энергии, так как на ваттметре мы это не сможем засечь. Лампочка, как видите, сейчас посмотрю, видно вам, нет. Вот она, видно, да? То есть лампочка, как видите, почти не теряет. Показывает, значит, прибор 6,5 с чем-то. То есть от 6 до 5 колебания. Шесть, значит, когда включается на 1/10,
10 еще периодов. 10 периодов. То есть одну секунду она горит на 5. Ну тоже там не точно, там колебается еще обратно, ток выходит. То есть еще одни замеры, а там уже будем собирать уже. Такая модель, значит, она маломощная, 50 ватт выход. Но для показа, то, что, как говорится, уже, если сделаю эту модель, уже и возьмут, соседу же продам, соседу. У меня сосед возьмет, никуда не денется. То есть две сделаю, одну себе, одну соседу продам. И вот на эти деньги продам, можно будет взять запчасти и сделать, вот стоит, мощная модель. Или еще магнитный даже взять, чтобы уже без траты даже этого самого. Без траты на возбуждение из КПД вырастет. Потребление, вот он говорил, вот ты вот, ну видите, что в деле ползет. Он там посчитал, говорит, у тебя там типа... Работает там что-то 9 минут. Я говорю, да каких 9, когда получается 10-ю часть, 6 минут. Вот она выходит. Сейчас посмотрим. Вот зайдет туда. Вот оттуда начинаем. Стоп. Ну все, можно выключать пока. Все понятно. Это она на полную, видите, врубилась. На полную выдает там на 14,5. То есть в 3 раза больше. Так. Получается у нас 3 минуты круг проходит. Так можно было и по кругам считать, как я вчера и сказал. Посчитаем по-старому пока. А когда придут запчасти, соберем, то уже увидим все воочию. Там уже видно будет все воочию. Поэтому пока не торопитесь. Так. 3 помножить на 60. 180 плюс 17. Помножим на 300. Разделим на 3000. 16 416 1000 разделим на 16 416. Даже 60 в этот раз, видите, тут еще и зависит от напряжения в сети, где-то 63 61, вот 69. А до этого у меня вот было так, 61. А то у нас выходит 5 плюс 6. 11 на 2. 5 и 5 всего. 11 и 7 разделим на 5.
2,12. 102 разделим на 2. 48, видите, 48. Этот 63 дал, как бы, взял. А здесь 48 вышло. Ну, и когда он давал, тоже выходило. Значит, 48 на 11. 529. А потребление сегодня разделим на 61. Помножим на 100. 867. То есть больше на 867%. Как бы это понятно, что тут. Без батареек тут как бы только по сравнению мы определяем. Сколько чего тратить-то неизвестно. Так. Ну, у нас 867 по измерениям КПД. И плюс еще 51, где-то 50 еще. Она же крутилась. Это же уже всем понятно, что крутится. Чтобы крутить с такой скоростью, надо энергию. Или не надо? Надо. Она еще крутилась секунду. То есть 10 раз. 1 десятая, а там еще 10 раз. По 1 десятой. То есть 50 помножим на 10. 500. А тут у нас, так, тут у нас 48 помножить на 11, 528, плюс 528, 1028 разделим на 61, всего 61 берет. Помножим на 100. 1185. То есть примерно результаты похожие, как и до этого, там чуть больше, чуть меньше. Но это, я вам говорю, еще от чего зависит. Сеть, какое подается напряжение в сети, если оно завышенное, то может чуть больше, если заниженное, чуть меньше. То есть это понятно, значит, от чего КПД. Если еще непонятно, сейчас еще объясню раз. Сейчас покажу на рисунке, чтобы поняли. Тоже многие не понимают. Так. Зарисуем схему, чтобы кто-то может будет делать. Вот она схема. Мотор 300 ватт, а этот 50 ватт, 50 ватт маленький, магнитный. Реле. Так вот. 0,1 секунды включена, 1 секунда отключена. Здесь будет стоять инвертор, так как нам надо подать на 220 вольт, чтобы была инерция. Инвертор. Раз у нас 61 ватт всего, то есть на 100 ватт инвертор маленький надо. Он и меньше жрет тока. То есть еще когда будет в самом сборе, то есть и на инвертор еще надо учитывать. Поэтому чем больше КПД, но потом там это видите, на то, на все, на то, и получится нормально вполне все равно. И вот тут оно выходит. Так вот. Представим вот это вот время. Это вот как бы батарейка.
батарейка. И вот оно заходит. Ну, заряжает ее. Здесь поставим преобразователь 16, чтобы 16 выходило. Повышал. Здесь где-то выходит под нагрузкой где-то 6 под лампочкой. Ну и нам и надо, чтобы на полную он брал. Чтобы на полную брал. То есть преобразователь мощный. Все, что дает, чтобы туда шло. А иначе будет просто крутиться. Понимаете? То есть высасывать все. Все 52 ватт. И вот что у нас сейчас. 48 ватт. 1/10 секунды. Дальше. 48 ватт. 1/10 секунды. 48 ватт. 1/10 секунды. 48 ватт. 1/10 секунды. 48 ватт. Вот уже. 1, 2, 3, 4. 8 ватт. Сейчас это уберем. Одна десятая секунды. 48 ватт. 1/10 секунды. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48 ватт. 1/10 секунды. И тут еще подрисуем. 48 ватт. Это все в батарейку будет делать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,1 секунды. 48 ватт. 0,1 секунды. 40. Так это уже тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот. 48 ватт. 1/10 секунды. И 11 раз, когда здесь выходит, оно здесь тоже выходит, в эту же секунду, одновременно. Там включило, здесь сразу выходит. То есть 11 раз. Вот видите. Значит, у нас получается в сумме 1,1 секунды. Один период. 60 секунды. А здесь 63. 61, вернее. Выход. Вот. Взял. 0,1 секунды. И вот, пожалуйста, чтобы не было разговоров, что я неправильно считаю. Вот. И, значит, у нас 61 в час. Значит. Так. Разделим, значит, как видите, у нас 61 ватт, 61 ватт, так, 61, значит, надо разделить, 61 разделить, чтобы 1/10 получить, это в час, на 36 тысяч. Вот сколько будет. 2 0 169. А здесь у нас 48 разделить на 36. 1, 2, 3. 0 0 1. Видите? Тут 16, а тут 13. Но тут-то у нас 11 раз. Тут один раз работало. За 1/10 секунды это работало 1,1 секунды, а это работало 0,1 секунды. Поэтому это помножим на 11. Видите? Вот получается 0,014. И разделим на 0,014.
два нуля, 169. И помножим на 100. Вот и все верно. 867. КПД 867%. Сейчас запишем. 167. Это потоку. Ну, то, что видимая часть КПД, да? Но это не все еще. Это еще не все. Почему? А потому что оно же крутится. Крутится-то. Подается ток 0,1 секунды, а крутится-то 1,1 секунды. 10 раз больше, в 11 раз больше. Правильно? То есть дает она КПД на то, что крутит. А это значит, мы вот это еще помножаем. Пусть 10 раз крутит. 50 помножаем на 10. 500. 10-1, но здесь 50 маленько-то тише крутит, потому что чуть снижается у нас напряжение на полвольта. Пусть 50, ну так грубо, ну грубо, но точно. И тут еще у нас 500, и тут уже еще у нас 48 помножить на 11. 528, да, плюс 500. 1028, видите? А тратится 61. И помножим на 100. Полный КПД у нас. Это КПД, значит, 1685. 1685%. То, что реально затратили 61, а получили работу на 1685. А если брать по энергии, то есть мы не что получаем вход и выход, 867. То есть считать тоже надо по-разному. Но людей интересует вот это вот, 867. И это им не важно, сколько там ты затратил. А главное, что ты затратил вначале, что получил. Значит, как генератор 867, а как, допустим, применять на двигателе, только более мощная, то тогда считаем все это. Она еще будет крутить, и нам-то надо будет всего 61 ватт выделить с этого. Когда у нас там 1000 получается. Вот. Пусть даже 800 будет забирать там сопротивление, горки, машина, да? Ну, горки будут. Пусть даже 900 будет забирать, все равно 100 ватт мы возьмем по КПД. И машина будет вечно. Но это по цифрам, опять же повторяю. А на деле, вот когда придут батарейки, потому что, как я вам вчера показывал, цифры все лживые, это так мы уже методом сравнивали. Здесь вроде больше цифра, там меньше, но реальной сути оно не показывает. Так что, когда придут из Китая, значит, запчасти, будем, значит, запускать. Больше пока, наверное, пробовать не буду. То есть и показывать этот вариант уже не буду. Последняя проба, а там уже покажем в сборе. Ну, пока нет запчастей, будем новый вариант отрабатывать. Может, еще лучше за это время придет что-нибудь в голову. А у нас 1/10, значит, разделим на 36 тысяч. Видите, сколько будет.